Ну что ж, пацаны, я свое отбыл, а теперь вы обязаны родину защищать. Так отец напутствовал троих сыновей после того, как уходил в отставку, пройдя всю Великую Отечественную войну от Сталинграда до Праги и отслужив в Таманской дивизии. Все трое по очереди стали артиллеристами. Сын Владимира Константиновича отслужил четверть века. Теперь внук без пяти минут майор. Если сложить сроки службы всех родственников, то получается около 200 лет. Капитан первого ранга в отставке Виктор Кононенко отметил, что Россия с ее ресурсами всегда была лакомым куском. Встреча прошла в преддверии Дня защитника Отечества, а также в дни, когда советские войска выходили из Афганистана. Афганистан, если бы мы туда не вошли, превратился бы в, ну как сейчас ИГИЛ, да, а тогда, значит, исламский фундаментализм. Конечно, нам иметь соседей такого рода, конечно.